Рейд по бизнесменам-должникам провели судебные приставы Октябрьского районного отдела в торговом комплексе «Текстильщик». Мероприятие было направлено на взыскание страховых взносов и задолженностей иных категорий с индивидуальных предпринимателей. На начало рейда у приставов было 61 исполнительное производство. В 20 случаях задолженность удалось взыскать в полном объеме. Сумма составила 117 тысяч рублей. Многие должники поначалу отказывались платить, но решение свое быстро меняли, как только приставы пытались наложить арест на товар. По двум исполнительным производствам арестовать имущество все же пришлось. В счет долга забрали камуфляжные костюмы и головные уборы общей стоимостью 45 тысяч рублей.